like to go in. I like to go out. When I get up, you better go down. You're leaving me. You cheated on me. Baby, believe in me. I'm falling for everything. Don't go to sleep. No, I won't let you leave. No, 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 no need to speak. Shut up, chicken. Yo, yeah, lick those lips, move those hips. I like chicks with hips, man, I love all that shit. I don't wanna have to choose. I wanna share my bed with you. So you're leaving me, you cheat on me, believe in me. I'm falling for everything. Shut up, chicken! Сегодня разместились Иван Бек и Сейнт Джон с мегахитом «Роузес», который можно встретить, наверное, во всех чартах мира сегодня. Скоро услышим, но сначала давайте вспомним о самых интересных событиях в мире шоу-биза на этой неделе. Еврохит ТОП 40. Клип на сингл «Little Mix» «Secret Love Song» при участии Джейсон Деруло достиг отметки в 300 миллионов просмотров. Это пятая видеогруппа с таким мощным результатом. Видео на песню Little Big Lollibomb достиг отметки в 100 миллионов просмотров на YouTube. Это шестое видео команды с таким мощным показателем. Ну а 15 лет назад состоялся релиз суперхита Джеймса Бланта «You're Beautiful». Песня возглавила чарты многих стран мира и по-прежнему по праву считается одной из лучших у Джеймса Бланта. А вот Леди Гага и Ариана Гранде возглавили сингловый чарт Великобритании с совместным синглом «Rain on Me». Это шестая песня в карьере обеих поп-старс с таким результатом. Клип на суперхит Эда Ширана «Thinking Out Loud» достиг отметки в 3 миллиарда просмотров на YouTube. Это второе видео Эда с таким мощным показателем. Ровно 3 года назад состоялся релиз 2-го студийного альбома Холзи «Hopeless Fountain Kingdom». Альбом, который прогремел по всему миру и прибавил Холзи немало поклонников. Ну а Граймс решила продать часть своей души. Фрагмент души Граймс будет выставлен на продажу в рамках ее онлайн-выставки. Экспозиция под названием «Selling Out» также будет включать в себя рисунки, фотографии и концептуальный арт. Сама артистка заявила в интервью, что изначально не хотела, чтобы кто-то действительно покупал ее душу, поэтому поставила очень высокую цену – 10 миллионов долларов. Также Граймс сказала, что она в первую очередь видит себя как художницу, и ей всегда было странно, что люди в основном знают ее благодаря музыке. Реальные же работы артистки можно будет посмотреть до 31 августа. Их также можно будет купить по цене от 500 до 15 тысяч баксов. Но Граймс явно знает себе цену. Рестораны «Флорентини». Мы делаем все, чтобы вы почувствовали вкус жизни по-итальянски, даже онлайн.
Поэтому в меню на сайте florentinicafe.ru вы найдете только шедевры итальянской кухни. От пиццы из дровяной печи до равиоли ручной лепки. А в нашей кулинарной лавке только безупречные продукты. Принимаем заказы на сайте florentinicafe.ru. ОГРН 112-77-46-01-36-58. ООО «Дом 9», город Москва. Я вас поздравляю. У вас ремиссия. Полина Максимова в новом сериале ДНТ. Я могу рассказать вам, какая я молодец, что победила. Но сейчас я хочу поделиться с вами самым главным открытием. Чтобы быть счастливой, причины не нужны. 257 причин, чтобы жить с 8 июня в 20.30 на ТНТ. Для детей старше 16 лет. По самоката только свежий продукт. 15 минут, и мы уже тут. Доставка продуктов ООО «Умный ритейл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-726-1602. Рекламная служба в Москве. EMG.FM. Еврохит. Скоро вернемся к обратному отчету лучших хитов недели, но сначала отличный мустандем Леди Гага и Ариана Гранде. Rain on Me сегодня номер один в чарте BBC Radio 1. Это Британия. I'm not afraid to
плюс Еврохит топ 40, 29 место, Saint John, Иман Бек, Roses, а на 28 ступеньке у нас первая новинка нашего чарта, это Филатов Cars Deepest Blue, Give It Away. Ну, с почином, парни, надеюсь, что вы будете только все выше и выше с каждой неделей.